have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, да, вот эти бородатые чувачки, это юнги, которые скоро поступят служить на флот. О, мы с тобой на зеленом корабле. Это класс. В одной команде. Мы с тобой на дестройере, все хорошо. В общем, есть две команды, два корабля. Мы должны развалить друг друга. Мы должны как можно скорее потопить вражеский корабль любыми способами, где он. Я вижу его. Вот, вижу тоже. Так, по-моему... Если я хочу лупануть из главного орудия, как мне это сделать? Ладно. А может, ты знаешь? Вон, кто-то стреляет из главного орудия, то есть это как-то можно сделать. Да, я сяду сюда. О, спасибо. Это наш корабль. Это не наш корабль вообще. Блин, у меня была базука, оказывается. У меня есть базука. Оу. Знаешь что? Я советую тебе просто залезть вниз и стрелять по вражескому кораблю. Потому что я настолько большая главная пушка, которая стреляет. Я только на меня. Да ё-моё, кто меня... Мы, кстати, пока что выигрываем, но, блин, там все. Мы просто базуками в них стреляем. Не знаю, как вы, а я стреляю огромнейшими большими пушками. Где мне найти огромнейшую большую пушку? Я хочу. Ну, например, вот эти пушки. И еще внизу есть большие. Интересно, я вот так вот какой-то урон наношу, но, наверное, да, там что-то происходит. Так, я уже съел большой пушки. Слушай, кажется, кто-то должен управлять корабликом. Я тут такое подумал. А, можно просто нажать X, и он будет стрелять постоянно. Но мы им наносим какой-то урон, то есть я по ним стреляю. Нет! Зачем вы меня разворачиваете? Кто управляет этим корытом? Я не знаю, как управлять. Офигеть! Что? Да, вот такая штука есть. Блин, а... О! Залезу я в лютерей в пушку побольше. Я, кажется, вижу, пока что... Блин, я пока что пустую руку сбил. Это... Я вижу такой... Да блин, кто разворачивает? Я не могу нормально прицелиться. Да блин, я сейчас мысли такое не прогнал. Ай, блин! О! Лукас! Здрасте! Здорово, чувак! Давай, включайся в мясорубку. Тут, короче, творится полнейший актунг. Блин, спрыгни отсюда. Я не понял, как я... Ай, блин! Спасите меня, пожалуйста! Я вижу этот корабль. Ой, я там вижу, как нужно расстрелять штуку, которая управляет, чтобы они убили. Я за рулем! Я остановил вращение этой фигни. Стреляйте по нему! Там... Я не могу стрелять, просто понимаешь, у меня слишком большая пушка, которая долго вращается. Так. Слушай, я больше просто погулять по ним сложить. Я уже так пробовал. Черт! Я мимо попал, да? Мимо попал. Оу! Оу, ты это видел? Нет, не видел. Нас телепортнуло в упор буквально. Я стреляю по нему из зенитки, короче, мне нормально. Да блин, кто управляет кораблем? Я не знаю, я уже ушел оттуда. Ну. Надо срочно остановить этот корабль. Как его остановить? Блин, я даже... Вот, я понял, как сесть за большую пушку. Там внизу есть Battle Station. Да, я уже... Ой.
Да поверни! Да ёп, РСТ! А? Я курину понял с базуки. Поздравляю. Так. Ой! Я своего выслил. Прости, чувак. Не надо так делать. Так, Battle Station, все. Ой, я следую. Я не пойму траекторию. Не след, не считай, не считай. Где они? Куда они делись? Я не знаю. А какой таран, Лука, ты о чём? О! Здрасте! Скримит. А, спасите, спасибо. Да, я же это... Блин! Я должен срочно подняться в кабину пилота, мне нужно что-то делать. Они не с этой стороны. Ой, а что это такое? Не нажимай это, я тебя возьму. Нет, это мне предлагает что-то купить. Я не хочу ничего покупать. Спасибо. Я остановила эту штуку. Где они? Я ночью не вижу нифига. Мне начинает слепота. Как я в воде оказался? Я не знаю, что. Я весь наш инкраш выкидывал. Что? Да ну его нафиг. Как я оказался в воде? Я только что был посредине корабля и такой... Опа, да, давайте я утону, ага. О, тут есть автомат. Зачем нам автомат? Типа вражеские... Мы так-то выигрывали, и тут такие бахи решили проиграть, серьезно? У меня появилась идея. Давай, я тебя слушаю. Отношу, корабль уже мало чего осталось. В общем-то, я сейчас пойду свою мини-лодку. И буду просто к ним вот так вот лезть. На своей мини-лодке. Почему нас так крутит? Кто это придумал? Я не знаю. Но я на своей мини-лодочке. В офицерском чине. Блин, эта пушка уже разбита. Да, эта пушка уже разбита. Круто. У нас по этому борту вообще орудий не осталось. О, есть трюм. А что в трюме? Ничего. Спасательный крюк. Блин, поднимись, пожалуйста. Я не понимаю. Поднимись, пожалуйста. Где вражеский, где наш корабль? По-вражески далеко, да? Да не очень, ну как бы, блин. На самом деле, вон они. С другой стороны, там как раз у нас пушки еще остались, надо стрелять по нему. Мы выигрывали, а сейчас у них больше жизни. Это каким образом вообще получилось? Я не знаю. Ну, например, я их вижу. Они задавили меня. Где они? Я их не вижу. А, вон. Ты знаешь, что меня только какой-то пилот задавил меня? Корабль. Я сейчас сдохну, просто из трупа, я с него потерял. Так, они что кажутся по этому борту, я смогу их из этой пушки бить. Давайте, поверните. Вон они. Ну, я практически уверен, что они там. Слушай, у меня есть идея. Мы можем сделать так, чтобы мы были офигеть быстрее. Сейчас на двух. О, наконец-то утро. Я не уверен, что я, кстати, достреливаю по ним. Слушай, мы как-то сопровождаем. Нет, у нас поровну жизни, посмотри. Да, попал! Я упал с корабля. У меня закончились лодки. С корабля. Ты меня видишь? Нет, я вообще никого а я не тебя, вижу. Да. Давай, чувак, гаси их. Так. Чего ты встал? Как вам предложение сделать это? О, а что это было? Они кто здесь? Мою лодку снес? Это... О, боже мой, боже мой. Я их вижу. Я залез к ним на корабль.
На абордаж! Так, нужно проломиться в верхнюю. И тогда они сдох. Ай! Как и сдох. Как и умер. У меня была вода, все больше попадала. Нет! Я в воде оказался. Так. Я, кажется, из именно такой ракурс смогу доплыть и не сдохнуть к ним. Нет, доплыть до них невозможно. Базука плавает? Серьезно? Она что, картонная? Что здесь происходит? На абордаж. Нужно взять эти мелкие с чуваком. Да, теперь у нас дела явно... Блин, они что, торпеды пускают? Это что, было... Ай! Мы выиграли? Да, мы выиграли. Нет, ничья. Ой, я на третьем месте. Да, кстати, вода ядовитая, ты прав, чувак. Ай, ёпарас, это... Ничья, да ладно, но у них же было меньше жизней. Фух, мне офигеть, как нравится. Стоп, получается... А? Мне нравится эта игра. Я ж тебе говорил, ты неплохо. Вот, блин, а вот почему у людей нормальные лица, а у меня борода? Я не хочу бороду. Ой, кажется, ты в оранжевской команде. Ах вы! А у нас еще и разные типы кораблей. Ох ты, у нас дестройер, у вас, блин, не успел посмотреть кто. Экзорцизм какой-то. У меня есть какая-то я вижу большую пушку еще. Я хочу здесь. Я хочу стать пилотом. Да, стреляй! Да! Блин, я тут за главным калибром сижу, офигеть, долгая перезарядка, но действенно, вас там разносит. Блин, и меня разносит. Мне ноги оторвало. Мне кто-то ноги оторвало. Мне это не нравится. Беги. Да. В любой непонятной ситуации, беги. По-моему, мне кажется, что у нас корабль будет потяжелее, а у вас попроворней. Но если вы сейчас этим не будете пользоваться, блин, я не вижу, куда я стреляю. У нас только что оторвали кабину пилота, понимаешь? Мы не умеем это пользоваться. А ты ничего, что на кораблях нету пилотов, есть капитаны? Нет, это нечестно. Ах, вы маленькие людишки, идите сюда. Да, в общем, на раунд отводится 10 минут, я так понимаю, если за 10 минут... Я вижу, кто-то там на носу прыгает сейчас. Это я. Ну, до свидания. Хорошо, пол корабля мы вам уже разнесли. Это нечестно. А потому что вы не используете свое преимущество, у вас быстроходный корабль, а у нас тяжелый. А вы стоите на месте, и мы вас просто разносим в щепки. Да, блин, ты понимаешь, что нам кто-то, например, снес один и пилот. И мы это тоже сделаем. Эй! Вы офигеть? Вы явно офигеть? Мою турель кто-то уничтожил. Меня было оторвали, я не могу стрелять. Так. У нас пушек не осталось. Да, я знаю, я позаботился о том, чтобы снести их все. Я пытаюсь управлять кораблем. Отравлять кораблем? Да, пытаюсь. Получается, так, ну я-то себе найду сейчас новую пушку, чем, короче, вас фигарит. На абордаж! Я доплыву до вас. Я вас достану. Не-не-не, все, вы уже корм для рыб, вы уже потоплены, успокойтесь. Я прям рядом с вами. Да-да-да, осталось только... Ай! Да, осталось. Ай! Не стреляй по... Блин, кто наш корабль начал разворачивать? Что за фигня происходит? Ой, у нас сейчас немножко корабль потопили, знаешь? Хавайте! Я по вам стреляю, я вас вижу. Хавайте! Вот, сидеть вот это вот.
Смотри, сколько у вас осталось жизни. Вот, блин, сейчас по вам просто кто-то перданет, и вы сдохнете, и все, и нормально. Чувак, поверни в ту сторону. Блин, как вторым орудием управлять? А, он сразу двумя управляет. Я доплыву до вас. Я вас достану. Вот вам граната. Вода у нас, вода внизу, вы тонете, да, ребят, вы тонете, представь. Сейчас вот еще пару ракеток из базуки схаваете, у вас все хорошо будет. Погоди, я тебя Не-не-не, я не буду гадеть, все. Я тебя достану, а ну подожди, я тебе еще хаваю. Да! Все. Я еще живой. Ваш корабль уже нет. Я вижу тебя, я уже... Он стрелил в ракеты! Вздынь! А, ну стой! Меня руку оторвали! Привет, чувак, да, до свидания! Меня оторвали руку, понимаешь? Я не смог нормально клапать. Ох, тут кто-то из основного калибра лупит прямо. Вижу, то, что дай корабль... зенитку, зенитку, вот, зенитку сюда. Я вижу еще пушку, я по вам могу стрелять еще. На, съешь, съешь. Я вижу, как у вас потихоньку снег не мажет. Мне интересно, почему мы еще не выиграли, у вашего корабля не осталось хпшки, что происходит? Да, все. Понимаешь, вы еще какую-нибудь штуку не истребили, знаешь? Мы выиграли. Найти вам гранату еще. Держи. Фух. Я на втором месте по урону с нашей стороны. Первый вот этот Артем, который... Чувак сидел за артиллерией. Потому что вначале я сел за артиллерию, потом меня грохнули. Я согласен с Лукой, это нечестно. Мы еще были живы. Корабль, тютюшечки. Но вы не использовали основное преимущество вашего корабля. Он да был... потому что к нам кто-то кабину оторвал. Так, ну теперь я с Лукой буду. И у нас теперь эскорт Vessel. Теперь у нас легкий корабль, у вас тяжелый, черт. У тебя, ну в смысле, у нас с Лукой, а это... Блин. Погодите, погодите, мы сейчас к вам близко приплывем, к вам будет конец. Он к вам прилетит. Так. Мы сейчас к вам поднимемся, хорошо? Так, мы сразу начали двигаться, это хорошо. Полный вперед! Полый вперед! Мы летим к вам! Давайте, подходите, подходите, ребят! Таранька. Давай слить. Я не понимаю, что происходит, но я тут убиваю людей, мне нормально, типа. Ха! Я уже двоих завалил. Полный назад. Лучше я буду капитаном. Давай, давай, чувак, я не против, чтобы ты был капитаном. Так, у нас тут мелкокалиберные пушки. Давай, чувак, ты сможешь. Просто вас берем и тараним, знаешь? Нам нравится это. Да ну я только в пушку сел, вы что делаете, олени? Давайте, чуваки, мы их тараним. Слушай, у вас качается все плохо. Я как единственный пилот, который смог взять просто у вас на таран. На, держите. Ай. Ха-ха-ха! Мы проезжаем! Мы проезжаем! Хнык, не то слово хнык! Блин, какого фига я в трюме оказался? Выпустите... Ой, вода! Ой, блин, плохо! Так, пушка, 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 дайте мне пушку! А у вас все плохо, как я вижу! Я уничтожу сторону! Держите вам гранату еще, гадно! Кстати, спасибо, что напомнил про гранаты! Приходит хороший наш корабль. Ой, у нас есть что. Знаешь, мне это нравится. Блин, офигеть, ну... Не-не-не-не! Та-та-та!
вы не забыли, что у нас есть? Подохните! Я с базухой тут по вашему кораблю хожу. Лукас, дохните. Это значит, что мы сейчас на вашем корабле с помощью ваших пушек стреляем по вам. Я ваш экипаж убиваю. Да я в курсе, что мы, скорее всего, проиграли, поскольку допустили такое сближение. Это я тут самый главный пилот, который все это допустил. Я смог это сделать. Держите вам гранатку в подарок еще. Ой, она! Она с ними отскочила в меня! Ловите гранату, ловите гранату. Давайте, стопните, подохните. Вы просто сейчас убиваем ваш экипаж. Автоматы вот еще у нас есть. Мне это нравится. Есть! Я вам, короче, из базуки поразносил пушки по тому борту. Теперь вы нам ничего не сделаете. А мы вам делаем. Ай, блин. Руль сломал! Каким образом, блин, чувак, ты руль сломал? А я тебе держу. Держи ракетку, попробуй. Такая классная. Еще и гранату держи, чувак. Посмотри, какие они все крутые. Картошки. Съешь. Эй, за тебя гранату, знаешь. Держи гранату. Мне реально это нравится. Почему я стреляю в тебя из этой пушки, мне и тебе не снимают жизни? Че это сейчас было-то? Я был за стеной. Бум-бим-бум-бам-бим. Давай, плыви отсюда. Я просто разваливаю ваш. До свидания. У меня есть и куча патронов, мне хорошо, мне классно. Я вам картошечки кидаю, очень вкусные. Знаешь, у меня, кажется, больше всего кило будет. Блин! Как он такой? Как он такой? Ну, опять же, сказывается то, что у нас легкий корабль и... Блин, а где кресло управления этой пушкой? Черт. Вы, кажется, нам немножко управление поломали. Да-да-да, Лука тут такой пришел, такой сказал, фигак вам, а не управление. Ну, я тут до сих пор за рулем, знаешь, у нас есть только лево. Ай, кто меня посмеял? Вы идете нафиг! Я вас увижу! Но мне это нравится. Мне это реально нравится. О, у нас есть снайпер, но очень хороший снайпер. Я могу стрелять по вашему экипажу отсюда. Ну это опять же потому, что у нас никто не управляет кораблем, а я просто не умею управлять кораблем. И фишка нашего корабля в скорости, и мы проигрываем из-за того, что у нас... никто не управляет. У нас качается корабль только в левую пушку. Вы что, посмели по нашим пушкам стрелять? Вы знаете, как я самая лучшая? У тебя их не осталось, этих пушек, все. Я вас вижу. Я, конечно, к вам смогу доплыть. Не-не-не, забудь. Ой, я вижу муху, которая пытается. Вас неплохо так закрутило там. Стой, Лука, стой. Погоди, мне нужно срочно стрелять на тебя. Не надо тебе ни в кого стрелять, успокойся. Блин, прикинь, если мы сейчас еще и выиграем, вот это будет круто. Да не выиграйте. А ты посмотри, как у вас жизни уходят. У нас не уходят жизни. Ой, я хочу смогу что удачу. Шел нафиг, не стреляй по мне. Неплохо, от вашего корыта уже ничего не осталось. Я буду просто расваливать ваш корабль вблизи, знаешь? Не сможешь. Да смогу, смогу. Вот, я больше.
Я ваш корабль трубу шатал, блин. Я там ваш корабль разваливаю, подкошки вам кидаю. Хорошо. Блин, вы почти сдохли уже, ну как так? Блин. Вода? Откуда тут вода? Погодите, мне нужно еще по вам пострелять, это же плоты есть. О, тут есть плоты. Смотри, сколько мы вам снесли, это же абсурд, блин. Как сопроводить корабль сопровождения мог столько снести дестройеров? Знаешь что? Я вообще-то всю игру мне разваливаю вас направо и налево. И там только мелкие ребята, которые где-то спрятались, мелких пушек, все время стреляли там. Погоди, я тебе подарочек подарю. А, да, согласен, ладно, в этот раз мы проиграли. Кстати, видишь, я нанес больше всего урона и больше, чем ты. 352 урона я нанес. Так, да, ребят, короче, вот такой вот режимчик, такая игра, по-моему, довольно круто, прикольно. Ну, мы вполне можем вам рекомендовать, поэтому тут весело, тут хорошо. Спасибо, что были с нами. Увидимся в остальных бесконечных мирах Роблокса. Это все. Всем удачи. Всем добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.